13 серии сериала «Морские дьяволы. Особое задание». В Калининграде среди бела дня дерзко похищен один из ведущих разработчиков отечественного высокоточного оружия. Похитители умело и быстро обезвредили двух сотрудников ФСБ, которые охраняли инженера. Очевидно, что операцию подготовили и провели профессионалы высокого уровня. Противостоять им могут только нерпы, задача которых – освободить разработчика и не дать похитителям переправить его за границу. Но на деле ситуация оказывается не такой, как виделось в начале. Разработчик оружия – не жертва, а инициатор своего похищения. Среди диверсантов есть серьезные разногласия, и каждый из них стремится сыграть свою партию. Посмотреть очередную серию вы сможете 22 декабря.